Мансур Салахов проводит для нас экскурсию по недавно построенному скверу. Объект возведен в честь тружеников тыла и детей войны этого села. В самом центре установлен памятник, возле которого имеются скамейки. Также есть освещение. Сделан тротуар из брусчатки, повсюду растет газонная трава и деревья. Это единственный сельский север в Мамадышском районе. На его разработку было выделено 250 тысяч рублей по программе самообложения. В остальном помощь оказали жители и выходцы из этого села. Человек сюда, если зайдет, немножко ознакомится с нашим селом, кто у нас раньше работал председателями, в сельсовете кто работал, кто от нашей деревни вышел, знаменитые люди. Вот здесь она будет отражаться в стенде. Стенд еще, вот пока мы сейчас собираем, к весне, когда на открытии, это будет сделано. А это сквер Яруллиных. Он возник на месте домохозяйства, где родились и жили известный музыкант Загидулла Яруллин и его сыновья Фарид и Мирсаид Яруллины. Композиторы, которые внесли большой вклад в развитие мирового искусства. На строительство данного сквера по программе «Комплексное развитие сельских территорий» было выделено 1 миллион 600 тысяч рублей. Его площадь составляет 12 соток. Он огорожен сетчатым металлическим забором зеленого цвета. Дорожка из брусчатки имеет длину 30 метров и выполнена в форме скрипичного ключа. В центре установлена композиция, посвященная великим композиторам. Когда-то Мирсаид сам сказал, что обидится, даже как-то, что никому не нужен его вот такая усадьба, она уже заросла как бы. Вот мы ему почистили, вычистили всей селом, как говорится, и программу вошли федеральную, и за счет этой федеральной программы сделал вот такой сквер. У жителей Малых Суней появилась и собственная набережная. Для этого они использовали воду родников Султан и Василь, находящихся в центре села. Образовали озеро и начали благоустраивать прилегающую территорию. Для детей также здесь оборудована игровая площадка, установлена цветочная клумба. Для красоты разместили декоративные ульи. В будущем здесь появятся и сказочные герои. Мы искренне радуемся и гордимся тем, что наше село из года в год становится красивее. К нам приезжают гости из разных регионов, из Башкортостана и других городов. Все восхищаются красотой села. Усилия и старания жителей Малых Суней дают достойные плоды. В этом году они стали победителями республиканского конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт среди сельских поселений с населением до 1000 человек». Фаузия Нургалимова, Ильнур Юнусов, Фаиль Шайхутдинов, Алина Петухова. Новости Татарстана.